Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трего. А мне семечек. А мне. Ребятушечки, всем здравствуйте, с вами расхититель мусорных баков. Я приехал в Краснодар, в этот шикарный, теплый город, где есть Димечки, Дими. Я думал переехать в Санкт-Петербург, но, по-моему, передумал, потому что погодка, ребятки, здесь просто шикарная. Сейчас осень, правда, похолодало уже, я в зимней куртке. И мы уже с Димечкой расхищаем мусорные баки, нашли чуть-чуть шмоток. Чайничек у нас. Булькает, у нас все булькает, все двигается, цели, все есть. Помоечка кормит, одевает. Ставьте лайки на этот божественный контент, а мы погнали рыться в помойках и показывать, что можно найти. Вот, допустим, весы нашли рабочие. А ну, Димечка, кстати, поправился. Сколько Димечка весит? Аж весы сломались. 130 килограмм я там увидел. Нет, я не могу весить. Ладно, в принципе, несмотря на это, их все равно купят. Да. Поехали. О, конкурент, сука. Есть чем поживиться тут? Поживиться можно вот такими штанами. Для помоечки сгодятся. И еще вот такие есть джинсики. Так это на меня. Хорошие. Не протерта мотня. А рюкзачок у Димечки. Содержимым, кстати. Содержимым. Таблетки, может, колечко золотое будет, полный вещей. Нифига себе. Ну-ка, давай его изучим. Хочешь, ты изучи. Не-не. Тут картина. О, я люблю картины, ребят. А что это за фигура? А, это по номерам, блин. Тут они какие-то косорылые. У Димечки кэшбэк. О, еще черная картина, ребят. Вот такая картина. И вот такая картина. Нифига себе. Вот это картины, конечно. Ну, их можно оставить. Может, кто-то заберет. Ну, потому что они что-то не особо классные, эти картины. Стандартно. Смарт-бай была в этом рюкзаке. А вот тут карман маленький. Сейчас мы ее проверим. Ребят, флешечка. Вдруг там что-то имеется на ней. Какие-то материалы интересные. Дим. А ты, кстати, как YouTube смотришь? Да. Работает? Сейчас у меня работает. Без VPN? Я сейчас сделал так, что да, без VPN работает. А как ты сделал? Легко. Скачал по ссылке в описании топовый VPN, который я тебе советовал? Конечно. Я понял. Ребят, я думаю, все вы заметили, что YouTube как бы, ну, не работает. Без VPN никак видосы мои не посмотреть. Поэтому советую вам пользоваться топовым VPN. А топовый VPN вы найдете по ссылке в описании. Я им уже месяца 2-3 примерно пользуюсь. И Димечки теперь им пользуются. И все мы кайфуем. Ссылка будет в описании. Перейдите, зацените. Он очень надежный. И все летает. И YouTube, и остальные программы. Вот это, кстати, надо брать. Вот этот рюкзак. Он вообще новый. Где флешечка? Флешечка на Димечке. О, потом посмотрим, что на этой флешечке. Да, Димечке, уже Диме? Интересно. Да. О, шляпеточки. О, DC-шки. Убитые в хлам, но оригинальные. А это что? Лакоста. Тоже убитые. О, барсетка. Прикольная, кстати. Вообще как новая. Сумка сшита из материала вторичного использования. 100% ПВХ. То есть типа из пакетов, что ли? Вау, новая. Блин, вот это такое заберу. О, та у меня там сыпется всякое. О, еще барсеточка. Ты не дорылся, до того вынос. О, неплохая. Это эталон грибов. Вот такого бы, когда покупаешь. Даже без грибка ноги обязательно завоняют. Ну да, потому что они паленые. Люди, не покупайте шлепетки. Так, ремешки, кстати, хорошие. Кожаные, блин. Так, сюда руки не суй, блядь. О, зеркальце хорошее вообще. Да уйди нахуй. На, петличку. Нет, тебе, да, видеоблогер. О, еще ремешок. Прям петличку. О, очки для плавания. Кобелек. Микрофон! USB-шный, весь гнутый. USB-микрофон. Fifine какой-то, да. Это не самый плохой микрофон. Да, Fifine. Нифига, на скотче, но он еще побегает. USB-шный Fifine. Держи провод. Вот и под Fifine этот штативчик. О, и коробка. О, материнка. На, Fifine, вот это от него коробка. Микрофон К669. Вот столько на Авито стоит. Так, переходник. О, вот это топовая тема. Для звука, что ли? О, палку бери. Это самопальная какая-то. Так, что за материночка у нас? Без процессора. Без памяти.
LG1150, материнка. Кстати, лапки на процессоре целые. Слушай, может быть даже рабочая материнская плата. Так, надо ее завернуть. О! Не смог кто-то. Да. Димечки залутывает двери. У меня тут сумка для ноутбука. Убитая. Ну ее не купят, блин, вообще, наверное. За 50 рублей и то только если повезет. Что у тебя? Посуда перевес. Посуда на барахолку пойдет. Из центра магазина шляпеточки вот поднял. Ой. Неплохие, 43-го размера. Их, кстати, охотно купят. Нифига себе, какая лодочка. Вообще тема на колесах. Ой-ой-ой. Вот это купят. Ой-ой-ой-ой, Димечки. Ой-ой-ой. Что нашел? Смотри, попыты, машинки. Ну, попыт. Так, ладно, конкурент подъехал какой-то. Ну, кастрюлька. О, зарыба. О, сумочка вот такая вот смешная. Смешня. О! Да ну нахер, ребят. Да ну нахер. Ебать. А, это дубли. Блядь. Кто-то Штребух говорил? Или мне послышалось? Ребят, нашел целый кошелек. Я думал, это деньги настоящие. Димечки! Да. Хочешь охуеть? Показывай. Целый кошелек денег. Да они не настоящие. Ну как бы да. Так я обломался. А вот жестко. Это? Где? А нет, все понятно. Похоже, да, прям и ворсинки. Капец, облом жесткий. Ну помоечка обломала, конечно, капитально, ребят. Так, а откуда кошелек выпал? С какого пакета? О, с вот этого, походу, нет. А вот там шприцы, ребят, тут опасная помоечка, смотри. Вообще, помойка, говорится, опасно, ребят. Можно цепануть заразы много всякой разной. На любой вкус и цвет, так скажем. О, что за кожа, рожа, сумочка вот такая вот. Да, она убитая, хлам, кэшбэка нет. Чуть-чуть полез зеленого Лего и вот такая вот. Неплохой, блядь, мотоцикл, да? Это вот, нифига себе машина, Mercedes-Benz, смотри. А, такая прям, ну-ка. Обалденная. А где дверь? Нету двери. Маиста. Капец, красивая. Нифига себе, ребят, вот это Мерс. Да, так это старый Мерс, переделанный как-то. CLK GTR. Вообще офигенный. Полочный вариант. Смотри, еще двигатель как реализован. Ага. Как моделька выглядит прям. Ну классно, да. А это что? Ничего нету тут. О, это зеркало. Тут я, Диме, иди. О, вот Диме. Ребятушечки, а вы же слышали уже про программу, которая ломает игру мины и позволяет на этом рубить кэш? Так вот, мой друг сомневался в том, что это реально работает. И я решил познакомить его с создателем этой программы. Вот тут, ребят, оставлю видео по подсказке, обязательно его посмотрите. И самое главное, что сигналы из своей программы он дает абсолютно бесплатно на целых 3 дня. А за это время как бы можно весьма прилично заработать. Так что смело переходите на его видео и посмотрите. Ссылочку оставлю еще в закрепленном комментарии. И начинайте уже, ребят, реально зарабатывать кэш на проверенной теме. Ссылка в закрепленном комментарии. И напоминаю, что попробовать может каждый. 3 дня абсолютно бесплатно, поэтому не тупите, ребят, ссылка внизу. Ой, подъезжаю к помоечке вместе с Димой. Только прежде чем найти находки в помойке, нужно свои выкинуть. Вот вынос моего гаража, целый багажник огромный. А в помоечке есть вынос, Димечки? Все давно тебя хотели уже видеть и а все вот соскучились. И... Шлем офигенный. Ебучий. Ебучий. Димочка повзрослел и стал очень высокий на самом деле. Уже выше меня на пол головы, блин. Нихера. И весишь ты сколько? Массу я отъел, 95. Да на пол головы, отвечаю, ты выше. Я тебя в зубы смотрю. Сколько ты весишь? 95 сейчас вешу. 95 килограмм, охренеть. Отъелся? Вот это оставим, может кому-то надо вот такое вот. Это вот я выкидываю. Только эта коробка не влезет сюда. Пакет около. О, нифига. Граффити какое красивое.
Обалдеть. О, нифига. Минивэн классный. А вон еще граффити какое. Вау. А этого раньше не было. Я же в Питере был сколько? 3 месяца. То в Краснодаре всякое меняется, блин. Опа. В бумажных пакетиках вынос из хаты бывает. Кубинская пицца была тут, блядь. Пицца. Игровая клавиатура. Игровая клавиатура? Нифига, она кривая. Капец, ее выгнуло. Как так? Dragon War? Подсветкой по-любому. Что-то AMD есть там? B450M. Была когда-то. Ну, тут есть стратегический запасик тут болтичков. А вот он есть, кстати. Подожди-ка. Да дай гляну. Ага. А, инструкция? Инструкция. Вот SATA кабель берем, болтички берем. Стяжечки можно. Стяжечки, да их тут мало, что там. Вот болтички компьютерные. Вы хотите проехать? Охраняю Демечкину попку, пока он роется. Вынос хаты. Что-то там упало у меня. Розеточки спилены. Отойди, свет загородил. О, дерево вот такое вот. Вот это надо. Это для интерьера. Помоечка интерьер дарит. Блин, что-то темно. Опа, шляпеточки помоечка дарит. Вот такие вот локоцакели. Так, о, коробка от часов Шейн. Вау. Вот это красивенькая коробочка от этих очков. О, кусочек ноутбука, ребятки. С лицензионной Windows Vista. Так, для салфеток надо. USB кабель убитый, это не надо. Ножичек вот такой кухонный, красивый, надо. Дими! У меня вынос с хаты, Димечки. Тут даже есть сережечки вот такие вот. Бижутерия, правда. Но не факт. Тут всякие цепочки, Дими. Цепочки, Дими. Цепочки, сережечки, Дими. Сережечки, Дими. Сережечки для Дими. О, всякие еще сережечки бижутерии для Дими. О, колечко. Чувак, походу серебро. Да, я. Похоже на серебро. На, Димечки, перебирай бижутерию. Вот это вот серебряное колечко, да, Дими? Нет, подожди, нет, это не серебро. Бижутерия. На, Димечки, на. Там иди, перебирай, да, я дальше серебро, рыться буду. Эксперты. А где проба тогда? Проба сейчас новая делается лазеркой. А. Опа, что за подарки? А тут что? Сытные памперсы, банана-шкурка, залупка. Даже нету выпить. Кто-то петели выгнул, ребят. Петели выгнул. Хотел там чем-то поживиться, но бак-то пустой. Зачем петели выгнули, мне интересно. Чуть-чуть это. Смотри, какие макароны, Дим. Армандо. Лемоноконне. Трофилео эль бронзо. Made in Испания. На продажу такие брал. На продажу? 21 год срок изготовления. О, какая-то вот тряпка. Берем прям так. Давай скрытие, может это... Платье. Платье сейчас как бы не сезон, поэтому не берем платье, ребята. Ставим, может, кому-то. Ну, Дима фанат платьев, да, Дим? Ты любишь платье? Я нет. А каблуки? Обожаю просто. Ты их куда вставляешь? В анальное отверстие. Кому? Помойки, блядь. Ну, хоть не себе, уже радует. Димечки, вот эта помойка всегда голяковая. Я вот в который раз убеждаюсь в этом. О, так тут признаки компотика. Тут остались эти фруктики чисто. Диме, банку надо? Будем брать на продажу? Банки покупают? Ой, блин, оно чуть брызнуло. Какой-то хуйня. Вот это что такое, Диме? А, это прикручивается. Это крюк для велосипеда. Дим, вот за сколько денег ты бы выпил содержимое вот этой бутылки? И за сколько, кстати. Там очень бурая и грязная урина. Это не урина, это смывка компота. Ребята, напишите вы, за сколько бы вы сделали глоток непонятной жидкости из мусорного бака. Там в бутылке кусочки всякого в воде плавают. Похоже на компот, но я не уверен. Диме, ты меня привел опять на Галяковую. А тяги ты вот эти видел?
Не, они треснуты. Как я могу быть в них уверенным, Дими? Тут на помойке как с грибами. Ну не уверен, не бери. Нифига тут дома поизрисовывали так. Это как в каком-то киберпанке, ребят. Киберпанк стиль. Как в игре, да? Вот это граффити, ну, вообще как-то не стыкуется с этими домами. Интересно, придумали? А куда Димечки? Ой, вон Димечки. Дими, еду к Димечке, еду за Дими. Я так соскучился по Димечке, Диме. А Димечка взрослеет уже. Димечке почти 100 килограмм весит. Лавашек вижу. Кусочек ноутбука, Диме. О, с экраном. Экран целый, корпус выломанный, смотри. Вообще весь разломанный ноут. Как будто я такой находил уже. Экран разбит? Нет. Вроде целый. Целка. Ну ты его хоть заверни, он же так разобьется. Вон клавиатура от него, походу. Где материнка от него? О, вот, смотри, видеорегистратор. Дай посмотрю. А что там дальше? Что за провода? Блок питания? Что это такое? Блок питания. Без корпуса? Видеорегистратор? Ну, это Супра, ну, такая базовая модель. На него, кстати, многие блогеры видосы снимают. Вот так берут себя, снимают. Это экшн-камера тоже для видеосъемок. Продадим рублей за 50, дай боже, чтобы помогло. Ну, корпус поломанный от ноута, нам не надо. Куртки Польта. Куртки Польта? Подожди-ка. Вот это можно взять, куртки Польта. Польта сейчас вот как раз на осень. Это купят однозначно вязаную. Да, вязаную. Это шопер, его вообще заберут со свистом, нормально. Я же говорю, Димечке, спроси, а ты как дикарь? Уже хотел разрывать там все. Подожди, что... А губа не дура у тебя вот это вот, я вижу, да. Димечке, вот тряпки, да, я посмотрю. Ой, мне тоже прям интересно. С дырочкой, Димечки. Димечки, у нее дырочка есть. Будешь брать себе на пробу? На продажу возьму. На продажу, а на пробу. А вот это будет. О, полотенечки надо. Димечки, у меня этот тестостерон разыгрался. Нифига, она вообще мощная. А ты думаешь, мы ее сможем продать? Ох ты! Дай понюхать хотя бы. Ай-яй-яй, раз третий. Ебать! Это Деда Мороза. Это вообще тема, ребят. Это мне. Ну, а что это? Эйвон, мужские? Ну-ка. Як пахне. А что там? Не вот это комплит, ребят. Тупо идешь на свидание, пшикаешься духами, берешь с собой вот этот старый, великолепный, стильный айджаз. На айкос эти штучки, поняли? Шляпеточки, полы, ребят. Еще, ну, они подубитые, но еще побегают. Айджаз, вот эта тема, ребят, вообще. Вот это вот забираем. Пледик. Димечки, пледик. Ну, может, тоже купят. Что там, золото? Похоже на золото. Ни одна деталь тут не похожа на золото. Эх, ну он вообще красивый. Ребят, вот раньше iJust, это вейп такой популярный, раньше был, делали, да? Какой стиль, вообще красота. Димочки, ты давай за собой убирай. О, перцовочка. А это мне. Полный? Да, у меня нет нормальной перцовки. Вообще, ребят, помоечка дарит средства самообороны. Обалдеть. Полный баллон, как раз надо. Диклофосы? Так, что тут еще есть? Не, парень даже не думал, что он такое ценное выкинул. Он говорит, а тут ничего нет, ага. Вот еще кусочек, может, золота. Ой-ой-ой, а это уже мне, это Xiaomi мне приставка. Xiaomi TV, дорогое. Да ну нахер. Это я хотел найти. Лё, чел выкинул, конечно. Ребят, вот эта тема, Xiaomi, это Mi Stick. Да, да, это Mi TV Stick. Вот столько стоит на Авито с пультом, ребят, обалдеть. HDMI тут. Вот он в телек вставляется. Это TV-приставка вот такая компактная. Топовая. Топовая, но это старая, кстати, это первая старая версия. Да. Но неплохо. Это лучше, чем найти эти Apple TV. Это пизжа штука. Ага, да. Смотри, кабель Sony оригинальный воткнут. Обалдеть. TV-приставка к Xiaomi. Во, уже начали выкидывать что. Вот это, кстати, лучше выдернуть, а то отломает. Ну, в рюкзак убирай сразу, Димечки.
Офигеть, это что с ней произошло так? Вот это вот, блин, так красиво смотрится даже. И грустно в то же время, конечно, это тотал. А, это Лада, Веста, ну, ничего страшного, в принципе. Я думал, там что-то иномарка, было бы жалко. А Ладу, Весту что-то не жалко. Главное, чтобы люди были целые и невредимые, правильно? Опа, Димечки меня зовет, кличет, там находки. О, диски, ретро-диск. О, мультик Рио. По весу как будто нету там ничего, ну да. О, не for speed shift. Ну это на компьютер, они еще царапанные. О. Слушай, это фигня. Black Russia? Да, это. Grand The Auto, криминальная Россия. Вот эта тема, ребят. Помню, играл, вообще тема. Были времена, реально. А по техническим выносам есть что-нибудь? О, машинки? Вот это вот, что это, Макларен? А, это Бентли, GT Continental. А вот это что за ампула, жесть. Нам вон жижа желтая вытекает, Дим. Возьмем с нее пробу. Возьмем мазок на анализ вот этой жижи непонятной. Помоечный сок, да. Там столько микробов в нем, ребят, в этом помоечном соке. Это жесть. Ребята, а сколько вы его готовы глотнуть? Тут вообще эти баки в помойку надо выкинуть. Они все тресканные. А как, кстати, баки можно выкинуть в помойку, если это и есть помойка? Вот вопрос интересный, да, Дим? Ребят, ну, проехались, набили, блин, полбака. Багажник от тряпья. Смотри, как сидит в уголке. Вон она красиво. Кто сидит? Клопец. Где? А, да это садовый, это мой кореш. А как тебе такой кабель медный? Да, я покажу ее хоть. Плитка, ребят, электрическая, вот такая заколхоженная. О! А вот это кэшбэк. Прям так забираем. Но плитку не продать, да. Поэтому Димечки чуть-чуть вандалит. Ой. Димечки, ну там придется вдвоем поработать. Ты ни каши не хватит выдернуть. А я сейчас перерублю. Ого, там сколько электроники. Совет. Перочинный нож. Опа. Ну кабель прям толстый, хороший. Все равно. Медный, он сколько тут меди. Грамм, блин, 150, наверное, 100. Хороший кабель на медь. А это на металл бомжи заберут. Там, где электроплитка и вынос хаты должен быть рядом. Угу, угу. Рюкзачок, вот кожаный, не, не кожаный, залупа ремень. Опа. Та-та-та гейме. Да я не раскидываю, я смотрю. Я осматриваю, Димечки. А, Дим, ты же в Дубай скоро летишь? Да. Ну вот, а ты говоришь, ничего нового за 3 месяца, пока меня не было. Да, но это ж не сейчас будет, а через пару месяцев. Дим, у тебя задание. Будешь в Дубаях, напиши помойка кормит где-нибудь на мусорном баке и пришли мне фотку. Чтоб ты был на фоне этой надписи, понял? Так что жду, о, хорошо? Дел. Все, ребят, ждем от Димечки фотку с Дубая. Ты там задерешь хоть помоечки? Конечно. На телефон хоть подснимешь, что там будет? Попробую, да. Боюсь, главное, чтобы там не быть привлеченным к ответственности. Ну ты аккуратненько так. Без палева, где камер нет. А то там штрафы конские, да? Там и штрафы, страна исламская. Ага. Жестко. Там Павел Дуров живет в Дубае. Сфоткаешься с ним? Нет. О. Так, а что у нас тут? Вынос какой-то с гаража, походу. Медных кабелей тут нету. Вынос из хат вообще. И тут он подушки. Какая-то коробка. О, ТВ-приставка МТС. А у меня тут вот ТВ-приставку Димечки комплектует. Но ее рублей за 300 купят. А вот это уже это, норм. Вот это раритет, это Congertech E-Box. Congertech E-Box? Капец, как ты шаришь за сетевые? Я Мишу собираю. Охренеть, смотри, вон аккум какой. Нифига себе, ребят, вейп вообще вот такой. Да, Congertech, реально. Ну такой вот вейп. Это раритет. Так. Давай там будет золото, вот грамм 5. Чувак, вот еще. Это, подожди, это от него ж. А, это для койл. О, тут этот подик. Вот такой вот. Не, подики. Джит Фок. А вот картридж у него есть. А, не, не от него. Вот от него картридж. Ювелирка. Смотри, сережки. Такие прикольные. Ну, бижутерия, видно. Но все равно. Ну,
вот от чего коробка. Вот этот китайский мод. Это еще один вейп. Его, да. Кольцо, прикинь. Золото, да. Не-не. Это бижутерия шляпная причем. А это что за жижа? Вот оригинал, вот паль его. Вот это орик, это паль? Да. Неплохо так, короче, это термиха можно должен, заработать на них, на этих. Столько барахла для боксов. Подушки вот, берем, рублей за 500 продадим. Вот коробка от приставки. О, там весь все переходники. О, мыльные пузыри чуть-чуть. О, нифига себе, всякого разного много. Еще пузыри вообще полные. Вот это берем пузыри вот эти. Так, ребят, ну вот этот планшет получится продать. Неплохая находка. Ну, правда, дешево, рублей за 300, может, его купят. Потому что он очень старый. Ну, если он еще, да, включится, в чем я сомневаюсь. Всякие наволочки. О, шампунь, нифига тут шампуня. О, нифига лапти, как новые, слышь. И утепленные, сейчас купят такое. Дон обувь бренд. О, вот это надо. Еще один закрытый двор и сразу пакетики, возможно, с выносами с хаты. О, слушай, лакацакели типа кожаные. Может быть, купят даже такое. Но они что-то подубитые. Надо хорошо будет подумать над их платежеспособностью. Вот сумочка единственная, что нормальная в этом выносе. Так, чисто сейчас находки. Что ты делаешь? АСМР. Не снимать. Да я слушаю. Помечаешь территорию? Ты прикинь, сука, накопил. Да не, никого нету. Ой, типа, Дима, ты вообще бандит. У тебя там уже целое море вытекает. Но пометил ты знатно. Все, даже штаны сухие, а ну. Да. Даже ни капельки не проронил. Да. Вот это вот хорошо. О, коробка от материнки. Классика. Донатик. Ты че? Да ну не гони. Не закину. Давай. Куда? Куда? В карманы. Все. Давай. Долго тебя смотрим? Да. Много кого подсадил? Да. Так надо и с Диме тоже обязательно. С Димечки, Диме. Диме, донатик на двоих поделим, да, Димечки. Слушай, еще с Питера тебя смотрим. В Краснодар приехал, думал, о, блин. Я недавно хотел туда переехать, приехал сюда и что-то перехотел так, переезжать. Так ты обратно вернулся? Да, там, да, да. Я на 3 месяца туда ездил. Ясно. Если что, вон стоматолог, забегай. Стоматолог? Ребят, я в шоке, какие у меня подписчики крутые. Просто респект. Ребят, я в районе ЖК Губернский. Еду сегодня на помоечке с Эдиком Доджем. Это тот самый парень, который, как все пишут в интернете, косит под меня. Но я знаю, что я оригинальный, меня никто никогда не сможет заменить. Вот он, этот солдат мусорных баков. Ну, погнали. Здравствуйте. Покажи мне, на что ты способен, Эдик. Вы сейчас увидите самое нечто невероятное. Давай. Давай, кто быстрее на этой помойке находку найдет, тот вообще профессионал. Ну, находку только нормальную, Эдик, которую продать можно. Опа. Все, я выиграл. У меня рюкзак. А, это для шлема, чувак, прикинь. У меня датчики. А у меня нашлемник. Ну ладно, значит, ничья у нас. А, у меня еще шопер, нифига себе. Так, а это что за гель такой? У меня такой мини-вынос. Шопер, вот этот чехольчик беру. Это прикольная тема. Блин, шопер реально модный. А, нифига, он даже новый. Сумка, смотри. Моди фан шоп. Прикинь, он вообще новый. Шопер-то новый, с бирочкой. Обалденно. Так, вынос хаты имеется. Блин, хорошие коврики на самом деле. Вот, это комплект ковриков. Кстати, мне нужны коврики в машину. Ой, мне надо они. Вот их забираем. Для той, которая в Питере, которую надо перегнать. Да, вот эти комплект топовых ковриков вообще. Тут я смотрю, леска есть рыболовная. О, блядь. О, блядь.
О, бля. О. О, пульт от подсветочки. Бинокль. А, это прицел, прикинь. Ну да, он чуть увеличивает. Так, а пульт от чего? А ну давай смотри. Смотри, так, машинка. Toyota Land Cruiser. О, это что, морские обезьянки? И набор для выращивания живых рачков. Вау, ха, прикол. Вот эти очки с подсветкой, поняли, ребятки. Только там проводы оторваны. Так, а вот тут кобелек вот такой. О, нифига себе, это паяльник. Лё, с регулировкой температуры. О, паяльничек, вообще паяльничек. Люксовый. Так, о, нифига, телефон Nokia древняя. Правда, она без клавиатуры, но, блин, вообще-то коллекционные уже считаются. А где клавиатура? О, брелок на ключике, манки. О, тамагочи. Вот эта тема. Правда, это не тамагочи, конечно, не то самое игролэнд, узишка. О, наклейка турбо, прикинь, баблгум с машиной. Mercedes-Benz 112. Вот это можно наклеить. На коробку. Какую? На мопеде. А, давай. Уже приклеилась. Тут какие-то, кстати, я видел шмотки вот в пакете. О, да давай так прям берем пакет. Вот так прям бери их, закидывай. Шмотки женские, ну, в последнее время беру, потому что на рынок скоро поеду, и шмоток у меня что-то мало. Надо набрать вещей для рынка. Свежее поступление. Ой-ой-ой, о, смотри! Шпроты в масле. 21 года выпущены, срок хранения, на, посмотри. О, нифига, какой Рубикон красивый. Вот по помоечкам на таком бы покатался. Блин, реально, джип Рубикон обалденный. Стильный. Ой, там что это, стол? А, это, прикинь, ванночка, которая может, я так понимаю, собираться, разбираться. О, картина недорисованная. Какая-то некрасивая вообще. По ней бам, и она вот целая. Бам, сложил вот так. Нифига, никогда таких не видел. Вот поставь возле бака. Пусть кому на заберут. Ну что за бред, зачем такое в бак выкидывать? Реально, это кому-то может пригодиться. Так, а вот тут что за сумка? Смотри. Тут сумка в сумке, а внутри Louis Vuitton. Паленый, естественно. Угу. Louis Vuitton. Да ебаный конкурент, блядь. Уже нахуй подъехал. Чувак, было бы тут где рыться. Успокойся. Чувак, давай подеремся еще. В смысле, их тут два? Я в шоке, блядь. Откуда столько конкурентов? Конкурент, блин. Так. Не пойму, есть тут чем поживиться? Вроде... Вы носаты. Это что, блядь? Захуедай. Царапка. Для спины карабка. Карабка. Земля. Вот тут есть что-то. Набор для этого. Максвелл, ребят, чистить пятки. Вот эту всю хуйню. О, вообще новое все. О. А, это и этот. Как его? Блендер ебучий. О, что за цепочечка тут прицепилась такая? Ну, это не золото, но выглядит так неплохо. Вообще неплохо. Так, цепочечку беру сюда на карман сходу, потом проверю. Ну, золото там мало ли, всякое бывает. Правильно, ребятки. Так, вот эти насадочки от блендера как раз таки. Так, что это за содержимое? О, винишко, кстати. Ну, винишко можно взять, бутылочку. Ну, тут немножечко, и вот чисто грамм 150. Ну, я скучаю по Димечке, спасибо. Где Дими? Ну, где Дими? О, баульчик. Видимо, не пустой он. Видимо, он с чем-то. О, у нас хаты. Баульчик-то я по-любому заберу. Да он, в принципе, даже и не воняет. Я сегодня до этого еще, вон, смотри, сколько баулов нашел. Там их штуки 3. Это дорогие баулы. Плюс у меня еще один баул. Сегодня баульный заход на помойке, понял? Да. Все-то баулов много. Как у меня на пылесосе, 7 пылесосов за один день. Вот было бы куда складывать в эти баулы, шо? Пока вообще мало всего. Это деду вот вообще нахуй не нравится. А это дворники залазят, работают и вот туда все кидают, то, что разрывают. Ага. Они типа работают, но помойки на самом деле лутают.
Опа, нифига тут. Тут поле не пахнет. Непаханное поле. Опа. О, мышка новая. Ацелин, насос давай. О, еще один насос. Микроскоп? Нифига. Детский, но все равно прикольно. О, рюкзачок. Нифига угарный такой, прикольный вообще рюкзачок. Вот в рюкзачок можно будет сложить вот это все. Опа, тостер. Без провода, прикинь. Я думаю, можно взять. О, кто-то разбил баночку с абрикосками. О, кола. Рус-кола. Нифига себе. Рус-кола. Фен. Ребят. 7 бутылок рус-колы. А что по сроку годности? В 23-м году она изготовлена. Еще нормальная, я думаю, да. Свитерок. Слушай, так это на меня. Мне такое нравится. Ой, сейчас приедем в гараж, как будем с кайфом вот это все перебирать, ребят. Ой-ой-ой. Помоечка напаивает, дарит кока-колу. Ой, бейби, да. Да, бейби. О, кстати, вот такие подушки мне бы в гараж, блин, вообще тема. Да они даже не воняют, блин, может забрать такие подушечки в гараж, микушечки, тема. Они еще и отстегиваются, их можно постирать. Димечки, подушечки, микушечки в гараж вот эти возьму. Затарились на помоечке ништячками. Кстати, вот это что за коробка тут? Вот это вот какая-то коробка. Что это? Не знаю, нифига мы тут набрали. Ребят, что за коробка? А, это картина нитками, которая делает. О, нифига себе, она уже сделанная. Не лезь туда руками. Капец, картина девушка из ниток вот такая вот. Ля, вообще имба. Капец, кто-то это же делал долго очень. Ребят, это все нитки. Ниточки тоненькие, представляете? Вот это помоечка дарит. Вот это я забираю. Интересно, это портрет девушки или просто, ну, типа, прикол? В чем прикол, а? Кто? Ну, прикольно вообще. Капец, сколько нагрузили. Сейчас сверху эти мякушечки-подушечки. Опа. Опа. О, сразу это для одежды. В сборе прям стойка. Напольная вешалка. Нифига, для Apple Watch ремешки. Воу, разноцветные. Разные цвета для Apple Watch. Так, а что-то там... Ой, шоколад влез. Похоже на говно, конечно. Так, что за монетка? А, ключи. Брелок. Санкт-Петербург. Нифига себе. Ой, я так деру помоечку, что у меня в жопе помокрело. Азарт проснулся. О, нифига тут освещение. О, нифига, шуруповерт. Кстати, неплохое кресло. А, оно какое-то кривое. Чуть поломано. О, картина чу. Димечки, Дими! Слушай, ну вот это как будто надо забирать. Так, мы это заблюрим, тут 18+. Ну, у нее доечки то, что доктор прописал, ребитки. Ребят, это жесть, посмотрите, как я затарился по-жесткому. Помоечки в Краснодаре сытные, конечно, вот сразу дарят ананасик. Так он, кстати, вообще хороший, мне кажется. Ну, вялый, может, но он не гнилой. О, еще один. Да это надо вот так класть, может, кому надо заберут. Тут их, походу, ой-ой-ой-ой-ой. Да тут их, блин, целый ящик и не один. Посмотрите, сколько ананасиков. Да по-любому где-то тут есть нормальные экземпляры. Помоечка дарит ананас. И кокосы, и мандарины, апельсины. Че хочешь? Капец, тут свалку устроили. Ну, сегодня выходной день, блин. Все помоечки сытные. О, сразу не успел только пакетик раскрыть. Ребятки, сколько жижи для вейпа, ребят. Нифига себе, в каждой бутылочке что-то там есть. На донышке, правда, но что-то есть. Ой-ой-ой-ой, ребятушечки. Тут и подики, наверное, будут. Бутылочки все берем. У нас есть Миша, который любит вот эти с бутылок остатки сладкие выкапывать. Все, до последней капли выкапывать. Игровая мышка бюджетная такая вот с подсветочкой. Слушай, тут для Миши просто клондайк. На докап, понял? На докап, он же любит эти... Ну, вон тут целый пакет бутылок. Ну, где-то, может, и есть. Ребят, Casio часы. Casio оригинал MTP1199. Вот с ремешком. Вот такие на Авито стоят вот столько. О, коробочка тоже от Casio.
О, еще одни, нифига себе. Такие же. Кассио, такие же, только в люксе. А это пальма. Только это подожди. Кассио MTP1183. Вот это кайф. Вот такие Кассио вот столько стоят. Да куда я тебя лезь, блядь? Это я нашел, иди нахуй. Я нашел. Повербанк пропаленный, наверное. Не бери его лучше. Кассио, я нашел. Я нашел. Это мои Кассио, я нашел. О-о-о-о-о. Что же тут в пакетике для нас, Дими? Угу, шмотки. О, это детская. Детская, но фирменная какое-то. Слушай, форма. Такие шорты крутые и футболка. Да я возьму это. Баскетбольная форма. А тут все детское, ну да. Косточка. Вообще детская, ребят, нифига не покупает. Ну тут и есть женский. Ну короче, оставим это все. Да, ребят, кто-то медь в квартире зачищал провода. Аккуратненько, красиво, долго. Угу, кропотливо. Дим, пока меня не было вот 3 месяца, что поменялось в твоей жизни? Расскажи ребятам, я думаю, интересно. А что должно было поменяться за 3 месяца-то? Ну, 3 месяца это очень много на самом деле. Много это. Для меня 3 месяца это как 3 недели. Ну, ты же гараж снял себе новый. Это ж сейчас просто изменилось чуть-чуть. Ага. Покажем ребятам гараж? Конечно. Почему бы и нет, когда сделаем. А почему ты снял себе новый гараж? Мало места, да, и заебался ругаться с соседями. Да, потому ребят, со старого гаража. Я тип шумный. У меня катаюсь на мопедах шумных. Димечки со старого гаража хотят выселить. Не прям выселить. Никто не имеет права выселить. Хозяин за меня. Типа, ну, я ничего закон не нарушил. Просто мне задолбалось сраться со всеми соседями. А из-за чего ругались? Вы женщин водили то много? На мопеды заводили. И женщин катали? По гаражному кооперативу? Сами катались. Я понял. Да. Но меня бы никто и не выселил. Места мало стало очень, на самом деле, под технику, под все. То есть по 18 квадратов это ты превращаешься в Плюшкина, быстро забиваешь его. Ну да, с помоечек там много добра тащишь, а маленький гараж, он маленьким, да, становится. Не. Вот, проводочки. А сапог надо? Да ладно тебе, Дим. Беспалево Диме сапог установил. О, ты второй нашел? 2 сапога паром мы с Димей. А как вам такой корнишон? Вялый стручок. Блин, ну это импотенция уже. Это вот. Пришлось оставить транспорт вот тут, потому что с Димочкой идем на секретную помоечку, куда не заехать, но пешком зато пройти можно. У меня аж шнурок развязался, нифига тут аппарат стоит. Карина, что это за тачка? Как? Тойота Карина. Тойота Карина? Блин, нифига, она круто выглядит. Очень крутая вообще, ребят, реально. Ставьте лайк, машина топ. О, одноразочка сходу сюда. Мощная такая, вау, нифига, там анимации какие, ребят. У одноразки, блин. Скоро одноразки будут как телефоны. О, перчаточки. Она реально... Ой-ой-ой-ой, чувак. У меня там вынос просто целый мешок. Так. Вот-вот. Вот тут, чувак, разрывает. И не спеши тихонечко, аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Лучшие настольные игры для маль. О, стативчик для телефона. Настолка, ну это такое. Не купят. Полудетский вынос. Так, коробочку мне надо, мелочевку складывать. Вот эту вот одноразку, штатив. Табуретка с ключами. Опа. Что это за ампула? За аромат. Это не... Как? Никобустер. Это для жидкости, для электронок. А, я думал это тушь. Вынос Редмонта? По классике поехали. Опа. А вот это деду надо. Только это все не рабочее. Оно все не рабочее. Там прочитай. Фен, насадка, коробка. Не включается, неисправность. Вот такой фен новый, ребят. А это что у нас? Кофеварка. Что у нее? Не нагревает воду. Вот так вот Редмонт и покупай, бракованный. А ну смотри, вообще новое. Новое. Хотя оно не совсем похоже на новое. А ну покажи фен. Не работает.
Вот в коробочке, ребят, фен новый. Не работает. Вынос новой техники, ребят, бракованной. Вот это вот я понимаю. Димечки уже с головой погрузился в бак. Шматруй Редман 2200 ватт. Вот это надо. Вот это надо. Больше нету? Всего лишь 3 единицы. Что-то так мало, Дим. Обычно 23 было. Раньше тут почаще, побольше выкидывали. 24 чайника и 12 членов разом. 24 чайника находил вот тут? Да. От того же именитого бренда. А, нормально. Ребят, ну и не забывайте про то, что вы уже прямо сейчас можете начать зарабатывать. И есть реально рабочая темка, но ее могут уже совсем скоро прикрыть. Так что поторопитесь. Кликайте прямо вот сюда и смотрите вот этот ролик. На его просмотр вы потратите ну меньше 2 минут. А потом уже через 5 минут начнете зарабатывать. Так что кликайте прямо вот сюда и не упускайте, ребят, такую возможность. Все, всем удачи, всем пока.